Святая мученица Татьяна, моли Бога о нас. Святая мученица Татьяна, моли Бога о нас. Мученица Татьяна учиться и жить помогает. В день российского студенчества православные учащиеся ивановских вузов собрались у часовни Александра Невского на традиционный молебен. 25 января отмечается сразу два праздника – День студентов и Татьянин день. В православной традиции, если человек или событие, которое рождается в день какого-то святого, считается, что этот святой является покровителем этого человека или этого события, или этого мероприятия. И так как день рождения первого университета совпал с днем мученицы Татьяны, то с самых первых годов университета студенты стали считать мученицу Татьяну покровительницей своей. Протоиерей отметил, что многие скептически относятся к подобным богослужениям. Несмотря на это, студентов, которые пришли на молебен, было около полусотни. В морозный и солнечный день учащиеся просили помощи у своей покровительницы. Поскольку сегодня праздник, день студенчества всероссийское, у нас насыщенная программа была в вузе, и одним из, можно сказать, этапов программы как раз-таки вот является вот молебня. И нас, студентов, пригласили сюда, вот мы пришли. У студентов сейчас самая сложная пора – сессия, а значит, потребность в духовной поддержке особенно велика. Одни в стремлении поймать удачу за хвост машут зачеткой в форточку, уговаривая халяву прийти. Другие приходят сюда. Все желающие могли осветить зачетные книжки, чтобы учеба давалась легче, а за экзамены ставили только отлично. Я хочу поздравить всех студентов с их покровительницей, потому что святая Татьяна, она их им помогает и в учебе, и в жизни. И поэтому, знаете, сколько молодых, красивых людей, которые веруют и которые на нее молятся, потому что сейчас вот сессия, и она им помогает успешно ее преодолеть. Чтобы получить заветный диплом, одного благословения мало. Нужно усердно учиться. После молебна студенты обещали приступить. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.